Геви. Сегодня вот очередной такой неспокойный день проходит у нас в аэропорту. Как можете прокомментировать сегодняшний вот день, обстановку нашу? Вот. Какие у нас успехи? Ну что успехи? Успехи у нас великолепные. Сегодня ночью была попытка прорыва на аэропорт. Не знаю, какой целью. Два БТРа, один танк. Попытка была прорваться в аэропорт к подземному переходу, о котором мы знаем. Ну, ночью ребята сработали великолепно, уничтожили все эти три единицы, но батарея танк. Танк, правда, дымился, но уехал, козел, к сожалению нашему. Ну, а так, ну, артиллерийские обстрелы будут продолжаться, тем более территория не ихняя. Теперь вообще будет пофиг на своих, на чужих. Даже если кто застали, там, группа человек 5-6, они будут уничтожены своей же артиллерией. Попытки будут ночью. Я предупредил своих бойцов, предупредил и командир Моторола, предупредил своих ребят, чтобы были готовы к любому прорыву. Ночью в основном стараются проникнуть диверсионные группы на территорию аэропорта или на территорию города. С какой стороны будет заходить, мы не знаем. Так что мы ждем любых сюрпризов, и нас ничем не удивишь на данный момент. Я так думаю, будет так всегда, потому что что подразделение Сомали, что подразделение Моторола, Спарта готовы к любому, к любой атаке, к любому прорыву со стороны украинской армии. Что бы ты хотел бы передать вот остаткам украинских военнослужащих, которые остались там в этом терминале, которые прячутся там как крысы, что хотел бы ты им передать? Не быть дебилами. Да. Знаете, у Спарты, у Моторолской, там где мы, там победа есть, девиз. А у нас девиз, вы все умрете. Так что поверьте моим словам, Сомали никому никогда ничего не прощает. Я советую быть не дебилами, а нормальными, адекватными людьми, сдаться по-человечески. Будет военный трибунал, их никто не собирается убивать, вот, раздирать на части, там, убивать, там, насиловать, никто их не собирается. Мы их передадим нашему правительству, пускай с ними сами разбираются. В Минске была подписана декларация о перемирии. Перемирие заключается в собой в том, что ни передвижения, ничего не должно происходить. А у нас обстреливают, вы пока сами видели, слышали сегодня. Вылетело на поселок, уничтожили очередной дом. Очередные люди остались без жилья, которые вернутся сюда, к сожалению. Я просто прошу быть благоразумными людьми. Эти украинские, я не знаю, батальон, там, остатки батальона, или армейцы, или кто там, или наемники, или кто там, гвардейцы эти. Просто сдаться, и ничего не будет, они останутся живы. Никто их не расстреляет, никто их не убьет. Мы их передадим в наше правительство, в наш военный трибунал, пускай с ними сами разбираются.